В завершении выпуска новости спорта. В минувшую пятницу в Десногорской музыкальной школе прошло родительское собрание, на котором руководители баскетбольного проекта «Динамо Росатом» познакомили родителей юных баскетболистов нашего города с программой, которая будет работать в летние каникулы. Программа рассчитана на 3 месяца и начнет работать с июня. Сейчас в баскетбольном проекте, который был инициирован директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым, принимают участие более 180 десногорских школьников.